мандраж, который я не испытывал крайне лет 10, потому что новая техника, переход на новую технику, очень маленькое количество тестов, которые мы провели перед гонкой, потому что машину, по сути, получили где-то чуть больше за месяц до старта сезона. И у нас впереди все новое, то есть мы заново учимся, заново будем обрабатывать стенограмму, будем заново стараться повысить свою скорость, занять какую-то позицию в классе. Планная работа на целый сезон. Наверное, одна из самых быстрых, на которой мы участвовали в последние годы. И финиш покажется. Только начинаем ее поднимать. Действительно, машина топовой подготовки, подготовки Tommy Mäkinen Racing, то есть это полузаводская команда от Ильеса, которая готовила действительно хорошую машину. Надеемся, что она будет нам в радость, что она сможет, и мы, и она сможет конкурировать с действительно сильными пилотами нашего полного привода. Ребята вкатанные, мы учимся. Трасса очень быстрая, довольно-таки скользкая. Сейчас местами начала появляться колея в медленных поворотах, где песок, очень сильная колея. С точки зрения вот адаптироваться к высокой скорости, довольно-таки неплохая трасса. Мне она нравится. Чем берились эта трасса, это смена темпа. То есть очень быстрых, широких участков, получается довольно-таки медленный узкий лес. И для пилота вот перестроиться быстро, ну, лично как для меня, это есть такая небольшая проблемка. То есть когда рваный темп, надо быстро очень адаптироваться к ней. Стояла задача постепенно наращивать темп, скажем так, степ-бай-степ, для того, чтобы не наломать лишних дров, и, скажем так, обучение на новой технике происходило планово. Поэтому, в принципе, с этим мы довольны, вернее, гонкой мы довольны, с этой задачей мы справились, то есть темп постоянно повышали, машинку до финиша довели целую, невредимую, и, то есть, в принципе, гонкой мы очень довольны, цели, поставленные на эту гонку, выполнены на все 100%. Говорят, ралли – это наркотик, и когда ты стартуешь 10-й сезон в чемпионате Украины, то есть уже вроде бы как и не новичок, но на сегодня мы были новичками.